Эту картошечку очень любит моя семья. Несложная в приготовлении и очень вкусная. Всем привет! Вы на канале для семьи. Очень рада, что вы заглянули на мой канал. Давайте же готовить вместе. А вот и ингредиенты. Картофель очищаем и нарезаем вот таким вот образом. Солим по вкусу. Добавляем любимые специи. Вбиваем в картофель 2 яйца. Также добавляем майонез или сметану. Это уже зависит от того, что вы больше любите. Сметанку или майонез. Подготавливаем форму для запекания, в которую поместится наша картошечка. Смазываем форму растительным маслом. Выпекаем картошечку 40 минут при 180 градусах. По истечению времени достаем нашу румяную картошечку, посыпаем ее сверху сыром. И ставим в духовку еще запекаться на 10 минут. Прошло еще 10 минут, и вот уже картошечка готова. Ну вот и все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал для семьи, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!